Ямскую. Дозвольте нам отчинить это мероприятие с нашей песней. Я хочу представить нашу купалинку, кто еще не чул, керовник Валентина Снігур. Даем им початку слова. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житем весны моей убогой, к тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Ось як тебе наших белорусских художников. И знаю, что некоторые художники здесь тоже сегодня присутствуют. Поэтому, по большому счету, это почти юбилейная, 5-я выставка сегодня. И очень приятно, что у нас уже есть свои почитатели, что есть люди, которые приходят именно посмотреть на белорусских художников. Есть люди, которые любят белорусское искусство и, конечно, уважают Беларусь за наши такие белорусские мотивы и напевы. Мне очень приятно видеть то, что, опять же, в пятый раз этой выставкой занимается Валерий Серёгин. Спасибо вам огромное. Большое. И мне даже кажется, что вот я сегодня вижу таких настоящих экспертов, людей, которые ценят и знают, что такое искусство. Большое спасибо художнику Роману Романовсу, который посетил нашу выставку, известный лайпецкий художник.
Спасибо вам. Да, я думаю, что все знают, что это известный профессор, преподаватель Академии искусств. Большое спасибо Гинтовцу, который также поддерживает и оказывает очень большую такую помощь для продвижения творческих проектов. Я тоже хочу, чтобы ему поаплодировали. Уже третий, четвертый год в Клайпеде Беларусь представлена нашим почетным консулом, который держит все в своих руках, который курирует вопросы от мала до велика. Я надеюсь, что у него это получается, и вы все тоже этому рады. Спасибо. Браво! Который пригласит вот сюда, можно сказать, эксклюзивную сцену всех, кто смог приехать, художников, и представит персонально каждого. Пожалуйста. Я буду очень краток. Просто ни одна выставка не может пройти без тех, кто вложил в нее душу, а именно художников. Ведь каждое их полотно – это их ребенок, который рождается в муках, в творчестве. К сожалению, не все, кто хотели, смогли прибыть сюда. Ну, для этого есть разные причины. Но я рад, что смогли найти такую возможность. Член Союза художников Белоруссии Илона Касабука. Союза художников Белоруссии Юлия Мацура. Член Союза художников Белоруссии Александр Демидов. Член народных художников Литвы Анджей Балахович. Ну и чтобы не быть очень так напыщенно тут говорить, человек с мировым значением в мире Ашибаны, флористической живописи, Татьяна Мазаева. Ну что, я предлагаю, чтобы они стали тут руками, вручить цветы для начала нашей девушке. Ну и еще пару таких небольших слов. Каждая выставка – это не просто картины, это труд большого количества людей. Кто-то смог предоставить вот это прекрасное помещение, в котором чувствуешь себя тепло и уютно, как в доме. Это хозяйки этого помещения. Леночка, Татьяна, а вы где? Разрешите им от имени участников выставки, от имени организаторов сказать огромное спасибо. И на память об этой выставке оставить вот такую вот работу Андрея Владимировича. Спасибо огромное. Нам всегда приятно встречать дорогих гостей. И нам приятно, что наш дом полон искусства, живописи, музыки, литературы. И, в принципе, мы рады, что мы можем продолжать наши встречи с художниками из Беларуси. Не то что помощи, а непосредственного участия, личного вклада, желания почетного консула Белоруссии в Клайпеде Николая Логвина, здесь бы не было ничего. Поэтому
Разрешите, Николай, вам на память об этой выставке такую картину. Автор Татьяна Мазаева. Также без помощи, содействия, поддержки посольства Белоруссии в Литве мы бы тоже, думаю, ничего бы тут не сделали. Ирин, большое спасибо. Очень рад, что мы опять можем вместе работать. Еще в завершение. Я особо не буду говорить про художников. О них говорят работы. Но один из самых известных в Литве русских художников, Анатолий Михайлович Стежко, заслуженный деятель культуры Литвы, попросил передать привет участникам этой выставки и лично вручить пакетик Юлии Мацура. Сегодня получил. Спасибо. Мне очень приятно. Хочу дополнить, что совсем недавно в Вильнюсе состоялась в галерее «Арка» выставка молодых белорусских художников. Поверните сюда. А там не картина, там запаковано. Я не читал. Почти интимно. Юрий является участником выставки лучших молодых художников в Беларуси за 2017 год, которая 3 месяца экспонировалась, эта выставка. Илона и Саша. И они же, их же работы были представлены в галерее «Арка» как в масштабах вот этой выставки. Ну, а сейчас я еще хочу предоставить слово нашей Купаленке. Так, получается, как бы у нас мероприятие из нескольких частей. У нас еще будет время пообщаться с художниками, каждый может рассказать о своих картинах. А сейчас, считаю, что первая часть торжественного мероприятия закончена, и как перерыв, одну песню надо еще исполнить по памяти. Деда успокон веком нам засталася спадщина, поміж своїх і чужаков, яна нам лаской машиной об'ёй мне бают сказки сны. Весенние продалины и шелест лесу веросны, и у полиду опалены. Обьёй мне будет успомин на липе бусел клёкотом, и той старый обшалый тын, что лёг ля лёсок покотом. Обьёй мне бают краски сны, осенние продалины и шелест лесу веросны, и у коледу опалены. И то е нудное ягнят бляянье зов на пастбище, и крик ворониных громад на могилковым кладбище. Железьей думает семья, и снить зьей сны незгодные. Зовется ж спадщина моя всяго сторонкой ровною.
разрешите мне пригласить сюда, опять-таки, Валерия Серегина, который, пользуясь случаем нахождения его в нашем городе Клайпеда, хочет выполнить поручение нам, главного редактора газеты «Обзор». Что это за поручение, расскажет сам. Александр Шахов попросил выполнить приятную, почетную миссию, наградить победителей фотоконкурса, который проводила газета «Обзор». Одним из них является Иван Андреев. Прошу. Я придется фотографировать. И все время ты. Что нажимать? И все. И как художник художнику вручает Юлия Мацура Александру Ивану Андрееву. Стоп. Встаньте рядом еще раз. Для снимка. Для телевидения. Для телевидения. Иван, смотрим сюда. Внимание. Еще раз. Картину плохо видно. Еще раз. Внимание. Все, остаетесь в местах. Следующий. Ирину Беляеву наградит Илона Казабука. Эльвиру Григоновичуте будет награждать Татьяна Мазаева. Девочки рядом для телевидения. Снимочек. Спасибо. И Татьяне Соколовой будет вручать награду Александр Демидов. И для фото, и для фото. Все, встали, я. Спасибо. Александр, останьтесь. Все. Вставайте ближе. Внимание, все в кадр смотрим. Спасибо. Официальная часть закончена. Сейчас можно пообщаться между собой с художником и обсудить картины. И, соответственно, бокал шампанского, кружечку кофе.